Ну что же, всем привет! Очень рада быть сегодня вместе с вами на событии форум и награждаться в статусе Double Серебряный Мастер. Знаете, вот сижу и вспоминаю, это было несколько лет назад, не так давно, как я увидела страницу в Инстаграме Андрея Красия. И я у него на странице увидела красивую картинку жизни, которую хотела сама себе и своей семье. Окружение, путешествия, семья, возможности. И тогда я даже не могла себе представить, как круто может измениться моя жизнь. И я решила разобраться, я решила показать эту страницу тогда еще своему парню Виталику Белогану. И мы начали разбираться в этом. И знаете, сегодня мне страшно представить, если бы я упустила эту возможность, если бы я не разобралась, если я бы не показала эту страницу Виталику, если бы какие-то сомнения в себе были, получится ли у меня, а что скажут другие, а готова ли я изменить свою жизнь. Сегодня это уже не имеет никакого значения. И та красивая картинка жизни, я понимала, что она может быть и у нашей семьи. И мы начали разбираться, мы поехали на одно из событий, это форум компании. И этот форум компании стал для меня ключевым для принятого решения, что я стану здесь успешна. Это был Крокус Сити Холл, я сидела на самом-самом последнем ряду на балконе, я тогда была в статусе серебряного директора. И я сейчас понимаю, я тогда была еще очень маленькая девочка, не в плане возраста, мне было тогда 22 года. А здесь мне было страшно понять, что я занимаюсь серьезным международным бизнесом. Но тем не менее, когда в процессе событий я видела, как на сцену выходят девушки, женщины в красивых платьях и говорят о путешествиях по всему миру, о бонусах недвижимости, о автобонусе, тогда меня это включило. Я сказала, что на следующий год, даже если я сегодня в статусе серебряного директора, я хочу стоять на сцене в статусе мастера 20 тысяч и рассказывать о машине своей мечты. Автобонус меня очень сильно запалил, я сказала, что я хочу, потому что у меня в семье никогда не было машины. И я приняла решение, что да, год прошел, я стояла на сцене в статусе мастера 20 тысяч, награждалась в красивом платье, и сегодня я езжу на машине своей мечты благодаря компании, благодаря автобонусу компании Coral Club, это у меня Mercedes. И знаете, на сегодняшний день у нас большая команда молодежи. И я очень горжусь тем, что нам получилось собрать команду молодежи, которой есть амбиции, которая куда-то движется, которая чего-то хочет, которая не соглашается на мнение, с которой мы общаемся на зумах, на событиях, на кулуарах, и мы общаемся о больших вещах. О путешествиях, о товарооборотах, о признании, о мировых рынках. Мы говорим о таких вещах, которые вдохновляют. Мы не говорим о каких-то маленьких вещах, которые никуда не ведут. И это очень круто, что несмотря на то, что кому-то 14 даже лет, если в такой команде, 20, 25, и неважно, какой опыт был позади, эти люди, которые знают, куда они идут, и нам получается двигаться в этом направлении, двигаться к росту. И знаете, всегда говорят, есть люди, которые смотрят, как котится этот мир, а есть люди, которые котят. Вот я считаю, что мы не то что котим, мы изменяем этот мир. И я понимаю, что сегодня кто-то может подумать, что вот, молодежь несерьезная, нет. Это молодежь, которая реально меняет судьбы очень многим людям. И я очень рада, что у нас это получается. И когда мне спрашивают, как ты достигла такого результата за такой промежуток времени, и какие у тебя цели, как ты ставишь цели и так далее, я всегда говорю, не ставьте себе маленькие цели, потому что очень много людей ставят маленькие цели, они думают, что они не смогут достичь большую цель, и поэтому ставят маленькие. Нет, наоборот, кто сказал, что вы чего-то не можете? Ставьте большие цели, достигайте их. Когда у вас цель... У меня, например, цель изменить жизнь тысячи людям, да, тогда я понимаю, что даже за этой целью это намного больше стоит, не просто изменить жизнь тысячи людям. Мы можем вместе с компанией, с этим руководством, вместе с вами изменить мир. Кто сказал, что мы этого не можем? Вот эти цели, они драйвят, вот так можно сказать, да. И я желаю каждому из вас принять решение, поставить себе большую цель на следующем событии, выступать в статусе, который вы себе подумали, который вы себе поставили за цель. И не ставьте маленькие цели, ставьте большие, и я уверена, у вас все получится.